Здравствуйте! Мы находимся в ресторане «Теремок», город Билефельд. Сегодня мы с вами приготовим жаркое из утки. Вначале мы обжарим утку до полуготовности. Утку порезать на порционные куски и обжарить на сковороде с добавлением растительного масла со всех сторон до образования золотистой корочки. Морковь натереть на крупной терке. В утятнице или глубокой кастрюле с толстым дном обжарить на растительном масле нашинкованный лук. Положить в кастрюлю обжаренные кусочки утки, добавить лавровый лист и чеснок, посолить, поперчить. Сверху положить подготовленную морковь и влить воды столько, чтобы она покрыла кусочки утки. Тушить при закрытой крышке на медленном огне в течение часа, время от времени помешивая жаркое и при необходимости доливая немного горячей воды. Жаркое из утки готово. Приятного аппетита! Для того, чтобы приготовить это блюдо, мы взяли одну утку, две луковицы, 5 морковок, 5 зубчиков чеснока, лавровый лист, 50-70 мл растительного масла, соль, перец.